Так-так-так. Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами Виктор, это канал Витёк Плей. И сегодня мы... Ну, как сегодня? Каждый день мы продолжаем с вами играть в GTA 5. И как вы помните, в прошлый раз за Тревором мы добрались и до... города. Интересный. А, стоп, лестница. Да, добрались мы до города, и, наверное, сейчас все-таки поедем к Майклу, или поедем сделаем какой-нибудь вопросик. Мне тут написали, что вопросик... который связан с куревом там на площади за Тревора, так это вообще полный угар. Поэтому сейчас мы попробуем, наверное, туда заехать. О, ага, обожаю, кстати, разламывать эти почтовые ящики. Так прикольно, бумага исходит в разные стороны. Так, нам кто-то все время пишет смс-ки какие-то, да? Так, а я что-то вопросов здесь особо не вижу за Тревора. Раз вопрос... как далеко. Не работает пока вопрос на площади. Я даже, если честно, не помню, где это было. Как это было. Но у нас единственная цель, и здесь есть это Майкл. Ну, либо вон туда. Чудаки и прочие незнакомцы. Куда? Куда? Я чувствую, если я поеду к Майклу, это будет феерично. Так что давайте начнем сначала с простенького. Нам нужно с вами войти во вкус дела. Тихо-тихо, машина, не ведись. Хорошо, когда переднеприводный агрегат. Хотя не уверен, что есть передний привод, но судя по управляемости, это передний привод. Потому что я газанул и из заноса вышел. Так что кто там что не говорит. Угу, кстати, Тревор стал хорошую музыку слушать, я смотрю. Такая расслабляющая. Ему как раз это надо. А то он чудит, скажем так, да, если по-человечески. Стоять. Я еще не врезался. Так, где направо-то? Иди по карте вот сюда. Стоп. Я хотел быть первым, не получилось. Тихо, налево. Вот это я дрифтанул. Как я помню, в какой-то серии сказал вместо дрифтанул, дристанул. Сам же поржал от этого. Вот, тихо, прыгать не надо. Так. Лихачим. Блин, жопа как неудачно выскочила, а? Но в то же время мы все равно справились с управлением. Слушайте, мы сейчас едем в те места, помните, где этот спортсмен-то, жену, которую Майкла трахал. Мы там дом разрушали. Слушайте, я даже если врезаюсь, у меня удачно получается выходить из ситуации после врезания. Так, смотрим. Мы случайно не к тому же дому сейчас приедем? Нет, не к тому же, чуть выше, по-моему, яруса мы сейчас находимся. Так, смотрим, что здесь. Хорошо, да, я остановился. Вон там кто-то есть. Превосходно! Настоящая сокровищница! Прекрасно сохранившийся носочек! Не обращайте на нас внимания! Да, не обращайте! Ладно. Ты же... Джок Кренли! Правда? Актер и артист? Я тебя обожаю! Дублер? Наше любимое шоу. Миссис Торнхелл. Смотрите, птичка. О, ты не мог бы придушить меня? Как на той афише. О, как. Ладно, с удовольствием. Вот так, да? Так? Может, вот так? Как-то так, да? Так? А? Тебе нравится, а? Хватит, дорогой. Тебе это нравится? Перестань. Эй. Вау, вот эта женщина, а? Мы недостойны. Мы недостойны. Я не Джок. Как же его? Кренли. Звезда 80-х. Мы обожаем знаменитости. Ради них мы и приехали в город больших возможностей, или что там она сказала? Мы пытались пробраться в дом Брюса Спейда и украсть его мусор. Что эти звезды только не выбрасывают? Они не такие, как мы с вами. Миссис Торнхилл владеет невероятной коллекцией нижнего белья и ванных принадлежностей знаменитостей.
Даже Тревору это кажется слишком. Наслаждайтесь отпуском, а мне пора. Нам бы не помешала помощь перелезть через стены и покопаться в мусорных ящиках. Это так нелегко. У Найджела артрит коленного сустава. А что же это? Парочка сувениров из Вайнвуда. Посмотри на карту. Во многих этих местах живут знаменитости. А в некоторых они любят бывать. Да будь нам кое-что. Конечно, я возьму. Я буду весьма благодарен. Американцы самый замечательный народ на свете, правда? Лучше всех. Он проникся, ребята. Господи, неужели я сейчас полезу в мусор кататься, а? Парочка психов. Да. Миссия Торнхилл разблокирована. Нет, не полезу я в мусоре копаться. Это было что-то с чем-то. Так, ну ладно, задали нам хорошего настроения, здорового такого, знаете, непонятного, можно сказать даже на... Ой, извини, чувак. Да ладно. Я его в чужой гараж отправил, ребят. Я не хотел. Так, что я хотел сказать, что вы получили заряд здорового... Я уже не понял, чего, дебилизма какого-то. Слушай, у меня теперь колесо блокировано, прикиньте, правое. Нифига себе физика, прикиньте, у меня блокировано правое колесо, мне нужна новая машина. Потому что с этой я вообще не могу управлять. О, назад едет. О, вперед едет. Но слабо. Господи, боже мой, растормозись. Блин, жесть, круто. О, я нашел машину себе новую. О, тут даже две новых машины. Какую взять, красненькую или беленькую? О, там кошка, что ли, была? Кошка, здорово! Ребята, я не знал, что он будет пытаться ее пнуть. Господи, боже мой. Я вообще люблю кошек, на самом деле. Так, ну мне нравится красненькая. Берем красненькую. Опа! Пип, пип, пип. И кошка такая бежит сразу. Вот эта машина, это Audi, ребята. Audi TT какая-то. А может быть спорткупе что-нибудь. Ух ты, чё ты вообще поворачивает. Баба за рулем, все ясно. Не посмотрела, что кто-то едет на обгон и поворачивает, кстати. Это нарушение правил. Она должна была меня пропустить. Ну, может быть, я и натроллил. Какая разница? Все равно я так не езжу, как Тревор. Так, ну что ж, мы приехали к М. Сейчас что-то будет, я чувствую. Я уже в предвкушении, если честно. Стыд и слава называется. А, это ты, маленький говнюк. Это ищешь? Нет, как смешно. Ну ты и гад. Что ты там буркнул, мать твою? Это что, брикет-то наши, что ли? Молкните оба. Кто-то сказал йога? Твою мать. Тревор? Майкл. Рад тебя видеть, приятель. Да, не сомневаюсь. Конечно, это ведь не я воскрес. Здорово, а? Ну, да? И я оказался в неловком положении. Чего бы это? Конечно, ты заставил своего лучшего друга поверить в свою смерть, а сам смылся с деньгами, чтобы поселиться в большом особняке. Действительно неловкое положение. Не все так просто. Да, но, может, просветишь меня, потому что я не знаю ни хрена. Дело давнее, друг. Я был в программе по защите свидетелей. Прекрасно! Просто замечательно! Простите, каюсь. Я совсем забыл о правилах. Аманда, рад тебя видеть. Я скучал по тебе. А где твой жирок? Классные такие новые сиськи. Джимми, ты ведь был худее. Ладно, это не твоя вина.
А ты кто? Намасте. Намасте. Я Фабиан. Боже правый. Good Lord. Ах, какие интонации, а? А где Трейси? Where's your sister, Jim? Где сестра Джим? She's a... Она это... She's ну... She's trying out for TV. У нее кастинг. She's what? Что у нее? She's auditioning for кастинг в шоу «Стыд и слава». Fame or shame? Или «Слава». The fuck are you talking что about? За хрень? You know, it's that talent slash... Но это шоу, где люди демонстрируют свои таланты. You guys know that. Вы же знаете, как она любит это. What's her talent? И какой у нее талант? Танцы? Боже, она не даже танцует, как корова. Майкл! Ха-ха, она бы ста... Чего? Чёрт, и где она сейчас? Где? Арена Мейзбанк? Нельзя, чтобы нашу малышку Трейси унизили. Мы заберем ее. Мы? Да мы, а что лучше, болтать тут? Пока из твоей дочурки делают посмешище для всей страны? Я и забыл, какой ты говнюк. Ладно, поехали. Хорошо. Отлично. Блин, я так долго ждал этот момент. Я так долго оттягивал этот момент знаком... Ну, не знакомства, а как они увидятся. Оказалось, так все простенько. Я думал, сейчас там будет кровище по стенам раскидывать. Да пошел ты, а да, ты идеальный муж и прекрасный отец, это с первого взгляда видно. Ты приперся в мой дом, а теперь начинаешь учить меня жить? Так не пойдет, амиго. Я рад тебя видеть и все такое, но от тебя воняет саньем, у тебя кровь под ногтями. И вид у тебя такой, будто ты неделю что-то там делал, целую неделю. Кто ты вообще такой? Так, я тот, кто прекрасно тебя знает, ты сраный кусок дерьма. Кусок дерьма, знаете, как говорится. Мы должны вырвать твою девочку из лап этой мрази. Ты же не бросишь ее, как бросил меня и Брэда. Брэд, да. Бедняга, небось, очнулся прикованным наручниками к больничной койке после того твоего финта. До сих пор, кстати, пишет мне из тюряги. Да ладно, ясно, ну и как ты все это время? Ничего, потихонечку. Не весело, одиноко было, конечно, но я справлялся. Ты в Лос-Сантосе живешь? В нескольких часах езды. И где же? Сэнди Шорс. Аламо Сити. О, я слышал, там здорово. А, красота, охренеть. Но у нас, конечно же, не теннисные корты, полей для гольфа нет и надувных телок. Не успел дочитать. А, к которым вы тут привыкли. Слушай, ты же знаешь, да что ж такое, так быстро-то зачем? Да ладно, не парься, что ты мне есть где перекантоваться? Мы тут все утрясем с настоящими друзьями. А нам есть что утрясать? Да, сэр. Ты хочешь попасть на это прослушивание или нет? Отлично, едем, наконец-то. В общем, рассказал он ему вкратце. Да на самом деле ничего интересного он не рассказал. То есть мы все это видели с вами. Так что мог бы не читать. Но, блин. Мне сцена встречи надолго запомнится. Это просто жесть. Ничего не понимаю, ты на стадион едешь? Ну да. Это же арена какая-то. Жопа! Сократил, да? Так, кажется, мы приехали почти. Направо. И еще раз направо. Тетка. Воу-воу-воу-воу. Fame or shame, вот оно. Так, мы на месте. Арена Maze Bank. Давай поищем ее. Нормально встал. Так, мы почти пришли, идем. Эти места только для машин сотрудников. Пойти что ли ему в морду дать, а? Кто это сказал? Ну-ка, кто это сказал? Ты что ли? На! Еще планшет надо было отобрать. Блин, я какой-то жестокий становлюсь, когда Тревором играю.
Шевелись, ублюдок. Так, черт, этот ведущий похож на латентного педика. И рожа кислая, будто он лимон сожрал. Твою мать. О, здравствуйте, могу я знать ваши имена? Где, мать твою, Трейси Таунли? Тьфу, ты, то есть Десанта. И где этот сраный Лазгу, или как там его? Пожалуйста, потише. Они тут проводят прослушивание. Очаровательно. Ага. Это было просто офигительно. Мы продолжаем кастинг-шоу «Стыд и слава». Четвертый сезон или четырнадцатый. Следующая участница Трейси Десанта. Уважаемый жюри, итак, Трейси Десанта. Да. Привет. Так, Трейси танцовщица. А еще она актриса и модель. И любит работать с детьми. Это чудесно. Вы непредсказуемы, словно корзина с чем-то там, или радуга, или куча дерьма, или... А это что за клоуны? Это мой папа и... Тревор? Тревор? Че вы тут делаете? Да вы тут что-то тут... Ладно, я готова. Расслабься, чувствуй себя как дома. Три, два, один. Это шоу «Стыд и слава» и Трейси Десанта. Музыка. О, так я не могу, извините. О, ребята, если я вам ногу покажу. Все, хватит. Эй, я сказал, хватит. Я позову охрану, охрана. Че ты нахрен провякал, тихо с места, ну-ка, блин. На, твою мать. Недоносок, а ну иди сюда. Нет. Трейси, иди домой. Трейси, go home. Что за жесть вообще? Блин, ух ты, ребята, сколько их тут всех. Куда? Ты куда? Куда мы побежали? Чё? The truck? А нахрена нам трак? Нахрена нам грузовик? Мы что, на грузовике за ним погонимся? Задавим эту скотину. Тихо, тихо. Налево! Ай, господи! Как ты можешь спокойно смотреть, когда твои дочери так обращаются? Будешь сам расти дочь в этом городе, не таких фокусов увидишь, да господи. Я не могу вести погоню и читать одновременно. Не волнуйся, мы расплющим его машинку. Ну, пидор Лад, всегда знал, что он гандон. Просто столкни его нахер с дороги, тут догнать бы еще. Это всего лишь сраный электромобиль. И это не гоночный болид, говорит. Тихо-тихо-тихо, ребята, я тут еду на каком-то мега-грузовике. Смотри, он свернул налево. Да! Какого хрена у меня задок поднялся? Тихо-тихо, мы его теряем. Так, где он? На трамвайных путях. Господи, боже мой! Как я сюда попал вообще? Куда он уехал? Блин, кажется, я его потерял, да, и просрал. Где он? Вон он. Налево. Я знал, что в этом городе одни сплошные гандоны, говорит. Разве что вышел... Так, 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 давайте ускоряемся. Блин, когда повороты делает, я на своей мега-фуре не могу. А можно как-то отцепить зад? H, G? Я не знаю. Блин, звуки такие, как будто я... Там люди орут просто. Из-за того, что я их убиваю. Блин, это фура ракетоплан. Просто какой-то, давай. Давай, шпарь за ним. Да елки-палки, направо. Да что ж ты тут встал-то посередине дороги, а? Дай проехать. О, отлично. Отлично. Я наконец-то сбросил эту непонятную фигню. Фига себе, он меня сдвинул даже.
Ну все, чувак, ты теперь не уйдешь. Бип, бип. Кажется, он на газ начал лучше давить. Давай, пошли все вон, у меня масса больше. Куда он? Я этого пидора блевал по ящику. Унылое говно. А в реале он еще хуже. Так, давай, Белас, догоняй. Ну? Так, кажется, я вижу, он там точку превратился где-то. И чё? Эй, парни! Это чё, батарейка села? Я не хочу ничего плохого, понимаете? Да? Я качал эту крошку на коленях, когда ей было 2 месяца и проклял... Поклялся перед Богом, что сдержу. Ты, в общем... Послушайте, я обыкновенная знаменитость, я просто стараюсь развлекать Америку. Чувак, кроме того, что ты хочешь меня убить, у меня и так много проблем, поверь. Несколько человек судятся со мной по делам о сексуальных домогательствах, а еще у меня независимость... Чего? Я сорвался? Я постоянно дрочу. Даже за рулем? К чему это? То есть есть? Я не могу. Вот это оправдание. Отпустите меня, я постоянно дрочу за рулем. Убедил, говорит. Это же твоя дочь. Снять скальп с этого мудака надо. А ты? Снимай штаны. Ладно. Вот так. Что ты делаешь? Теперь сексуальная знаменитость, танцуй. Но мне нужна музыка. Ты че, мать твою, разозлить меня хочешь? Уже танцую. Что это за херня? Давай, нагибайся. Нагибайся как следует. Давай, ниже. Боже, ниже, давай. Пожалуйста, не бойте меня, ладно? На следующей неделе моя фотка должна быть на обложке, что-то там. Ладно, ладно, вставай. Валяй отсюда. Я все снял на камеру, трус ты позорный. Это увидит весь мир. Все, я домой. А как это делать? Нет, надо... О, чёрт. Кому звоним? Дэйв, нужно поговорить. Я тоже самое хотел сказать. Ладно. Встреть меня в обсерватории Галилео. Без промедлений. Ух. Жесть, ребят. Я давно так не ржал. Просто угар полный. Максимальная скорость 98%. Чуть-чуть не дошел, да? По пятам, на крючочке. Не смог я по пятам, что такое на крючке, вообще даже не понимаю. Мне нужна машина, хотя бы такая женщина. Подвезешь? Эй! Блин, ну почему сразу пощечину женщине давать, а? Ну можно же просто сказать, девушка, дайте, пожалуйста, машину покататься. Ух, какое. Так, нет, я ищу получше. Вот это явно лучше. Ну-ка, вышел. It's just a car. Прости меня. Так, R, чтобы сфокусироваться на цели. Тихо, а там что за цель-то? Мне туда не надо. Ребята, падаю. Нет. О-оу. Жопой хотя бы падай. Опа. Опа. Плавненько я, да? Так, и куда нам надо ехать-то? Скажите мне. Би? Нам надо в Би? Да ну тебе Би. Здесь можно к психиатру съездить. Пасифика Блавс. Давайте туда поедем. Кстати, туда по прямой. Я правильно спрыгнул на шоссе. Проверяем машину. Сиат Леон, что ли? Господи, что так медленно? Ёлки-палки тебя несет, машина. Входящий вызов от Лестера. Привет, Лестер. Майк, я перевожу доллар за ювелирный магазин на твой счет. Мадрас уже получил деньги. Так насчет этого можешь не беспокоиться. Слава богу.
Отлично, все, от матраса отделались. От матраса мы отделались! Зачем меня сюда выводили на эту эстакаду, если можно было по низу проехать? Или нельзя было? У-ху! Красота! Встали! Пошли-ка нафиг отсюда. Хочу нормальную машину. О-о-о-о! Ни хрена себе, чуть не задавил меня. Тихо-тихо-тихо, ребята, где нормальные тачки все? Да елки-палки, хоть одну нормальную тачку дайте. Господи, как они так ездят на паршивцах. О, АК, берем. Не, не берем. Ай, меня сбили, сбили, сбили. Помогите, помогите, женщина. Давай-ка мы на старушке прокатимся. Леди, поехали. Она рычит больше, чем едет. Но зато она классная. И музыка в ней классно играет. Новая выписка по счету, отлично. Блин, ну я раскучегарил тачилу. Она реально рвет. Наконец получил деньги, пишет Мартин. Дом скоро будет как новый. Приятно иметь с тобой дело. О, там машина была хорошая, кстати. Ну ладно. Это тоже очень даже классная. Ух, она еще тяжелая. Ух, я устроил тут аварию. И она заднеприводная. Видали, как ее носят? Кстати, покрышки хорошие стоят. Ой, какие хорошие покрышечки. Я почти на месте уже. Нифига себе, как классно она едет, а? Это была хорошая машина. О, любовь, любовь моя, стой. Меняю. Меняю. Феррарочка. Феррари. Чуваки, это Феррари. Это чуваки Феррари. Как она ревет, а? Тихо, парни. Тихо, тихо, тихо. На Феррари-то меня не догоните. Ух, красота-то какая, а, даже машину не помял, кувырок сделал. Сейчас я кружок наверну, ребят, погодите. Блин, ничего. Нет, сюда нельзя. И туда нельзя. Блин, а куда можно? Сейчас, 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 мы же зашифруемся от них под деревом. Ну, ну. Та-та-та-та-та-та, отлично. Шуфарнулся. Так. Отлично, и спрыгнули куда надо. Вот так вот, ребята, надо водить. Знакомые места, такое ощущение, я здесь уже ездил. Кажется, здесь мы начинали игру. Я вспомнил это место, точно. Здесь было самое-самое начало. Так, это что, моя жена, что ли, йогой занимается? Могу лишь сказать, хватит. Что? Вижу эти упражнения, успокаивают вас так же, как и мою жену. А, нет, кто-то другой. Нет, меня не волнует, что мне 39, совсем не волнует. Эй, полегче. Куда уже легче? И вообще, пошел в жопу. Кто это такая-то? Все в порядке? Абсолютно. Просто иди нахер и все. Я бегаю. Ну ты, кажется, сейчас злина. Я все равно могу заставить тебя глотать пыль. Ладно. Папочка, я в школе футбол играл, понятно? Квотербек сборной. Ладно, только инфаркт не схвати. Тихо, 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 куда ты?
Я сейчас инфаркт схвачу, действительно. Мне нельзя сильно бегать. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. I can't believe you're cheating already. Stay on the path. Ха-ха-ха-ха-ха. Я тебя сейчас читану. Сейчас, сейчас, конечно. Ага. Нашла дурака. Ха-ха-ха-ха-ха. Я первый. Куда? На ту сторону. Та-та-та-ра-та-та-ра. Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Пространство, завоюй ее. Дорожка для бегунов. Сейчас я тебе по мордасам дам. Вот налево. Тихо-тихо-тихо, она бежит быстро. А ну давай, тут... Че так медленно бежишь-то? Давай-давай-давай, быстрее тебя делают, тёлка какая-то. А, чувак, ты куда? Давай-давай-давай-давай, врубил ход. Давай-давай-давай-давай-давай, тебе всерьез надо... Стоит задуматься о медикаментах. Ага, отлично, подрезал. Блин, она по лестнице быстрее меня бегает, но это нечестно. Там, Вася, пока тебя удар не хватил. Давай, в кусты зажимай. Блин, ты только не сдохни, у него уже красная энергия пошла. Ай-я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 й, давай, Витя, хрен с ней с энергией, давай, ты должен ее победить. Давай, есть. Неплохо, а? Ты просто пустышка. Я бы сделал тебя, если бы ты не срезал путь. Ну да, сделала бы. Для победы все средства хороши. Ух, как бьется сердце. Вот дерьмо. Да пошел ты, радуйся, что я сейчас работаю на низких нагрузках. Че, и уехала? Круто. Так, где моя тачка там была? Бег от себя. Выполнено, Майкл. Претендент. Я не знаю, что такое претендент. Возможно, это нужно было не читерить. Но для этого, видимо, нужно атлетикой хорошей обладать. К сожалению, это не про моего героя. Фух. Ну что ж, ребят. Я думаю, самое время нам с вами немножко приостановиться. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор. Это канал Витек Плей. Мы с вами играем в GTA. Напоминаю, 5. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки обязательно. Все их любят, я тоже. Ну и если читаете описание, там есть ссылочка на плейлист, а также есть кнопочка репост или поделиться. Жмете ее и делаете очень даже хорошо и приятно. Всем спасибо за внимание, пока-пока.